Забегли в ванную, захапели и поклали у покоя. На руки кайданки. Супрацовник Губазика Высоцкий достал с полицы злепок гипсовой руки, натягнул презерватив и кажа: «Давайте уставим у задний проход». Але поклал гипсовую руку каля головы. А перед гэтым Сахравец ударил ногой по стегнах, а інши пальчаткой по твары. Спытали пароль. Дмитрий дал. При перетрусе Губазовец Высоцкий взял картину мастака Захара Кудина и порезал ее тройчи со словами «Так будет красивее». Потом порезал фотокартину. Потом Высоцкий взял старый ноутбук, разломал его на две частки, стукнул одной часткой по комоду со словами «Теперь точно не работает». У хатней библиотеки нашли русско-польский размовник. Губазовец Асташка ударил размовником по твары со словами «Ты что, блядь, не патриот?». Коли проглядели ноутбук, Высоцкий кричал «Убью нахуй, если что-то удалишь». Потом губазовцы Высоцкий и Волков баллончиком у коридора на стене написали «УКБ». Порвали канапу, коли крутили ее. Кватеру не дали закрыть. Повезли у Губазик. Коли подъехали, Высоцкий сказал «Добро пожаловать, гестапо».